листву молодую нежно коснулся, лаская щеки. Бережный трепет его поцелуя в сердце откликнулся звуком любви. Звон колокольчика чистый и радостный душу залил, камертоном звуча мир каждой клеткой, молекулой, атомом любит, лелеет, голубит меня. Замечательные чувства в душе, просто ее переполняют после встречи с песней «Звук любви». Мы знаем, что есть состояние любви, что есть чувство любви, но что есть звук любви, что можно музыкой, словами, голосом передать вот эти удивительные тонкие вибрации, чувства, вот эту красоту, которую мир дарит нам и своими лучами солнечными, и синевой неба, и ароматами природы. Эта песня, она как будто бы все вобрала в себя и отдала людям, и льются эти звуки чудесные, звуки любви прямо в сердце. Вот прямой, самый прямой путь. Таким потоком, таким сиянием наполняют. И после встречи с этой песней желание только одно – поблагодарить жизнь и постараться излучать, источать эту любовь всем вокруг, понимая, как мир нас любит. Каждое слово в этой песне волнует, успокаивает, вот наполняет душу спокойствием и уверенностью. И больше всего, конечно, меня удивили, поразили слова, что я прожила столько лет и впервые узнала, что мир меня любит. Мне понравилась сама музыка, как будто там говорится все о любви. Она очень нежная и сказочная. Слушаешь песню и удивляешься, как можно через музыку проявить столько нежных чувств. Ты слушаешь и представляешь себе этот звон колокольчика, такой нежный и радостный. Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу порекомендовать вам очень сердечную композицию, которая называется «Звук любви». Все дело в том, что детям очень важно понимать, в какой мир они пришли. Они, конечно, знают это изнутри, есть это чувство понимания, но очень важно, чтобы люди, которые их встретили в этом мире, своим настроением, своей мудростью, рассказывали о том устройстве мироздания, в которое пришли дети. И очень важно понимать, что мир, он каждым лучиком, каждой клеточкой соединен с каждой своей частью, с каждым человеком. Поэтому мир любит. И вот очень важно, а родители – это представители этой любви. И очень важно с ребенком понять, прослушать, одухотворить эту композицию потрясающую. Почему? Потому что детям очень важно знать, что они ничейные, они пришли в этот мир правильно организованные, потому что о них заботится Вселенная, мир, представители этого мира, мама и папа. И поэтому очень важно, чтобы у детей вот не было этого страха, страха отделенности, страха фрагментарности. И когда дети понимают, что они часть общей Вселенной, что о них заботится великая любовь Творца, то и родители, проводники этой любви, они преодолевают свой страх,
и живут в гармонии и любви. Я рекомендую вам слушаться в каждую строчку, прожить это с ребенком и рассказать ему через эту песню, замечательную композицию об устройстве мироздания.